Побеждает любовь, побеждает добро. Приключения ждут, мы команда одна. Как же нам повезло, нам не страшны враги. Девалята, вперед, друзья. Школа научит нас секретам, мы одна семья. Между добром и злом мы на грани балансируем. Что же теперь нас ждет? Смотри, новые серии. Комната портретов. Ночь. Везде темно. Не видно города, не видно золотой школы. Не видно кабинетов. Не видно библиотеки. В коридорах полнейшая темнота, в которой легко добраться до запретной комнаты. Сольфус? Трав? Говори тише. Послушай меня. Что ты здесь делаешь? Я нашла заклинание. Серьезно? Как тебе это удалось? Оказывается, я не такая дурочка, какой ты меня считал. Раф, ты никогда не перестанешь меня удивлять. Я только начинаю понимать, кто я и откуда я. А что ты тут делаешь? Ты знаешь. Так, я тебе говорил, что не собираюсь помогать тебе. Ты это говорил, но я тебе не верю. Можно узнать, почему? Потому что я знаю тебя лучше, чем ты думаешь. У меня есть заклинание. Я хочу увидеть лица своих настоящих родителей. Ну, Раф! Мы можем войти в комнату портретов, только ты и я. Мы войдем и выйдем. Никто об этом не узнает. Ты уверена, что хочешь это сделать? Я никогда не хотела чего-то больше. Ты все еще можешь передумать, Раф. Ты же ангел. У тебя есть крылья и нимб. Но и это... О чем ты говоришь? Ты готова перевернуть свою жизнь с ног на голову из-за какой-то царапины? За этой дверью находятся портреты моих родителей. Я смогу узнать, кто они такие. Это может быть единственной возможностью, ты это понимаешь? Я не могу быть счастливой, не зная правды. Не могу! А, так убедительно ты еще никогда не говорила. Так ты со мной? Ну, вообще-то я должен быть против тебя. Но в этот раз я сделаю исключение. Спасибо, друг. И еще одно. Мы потом, наверное, пожалеем, что это сделали. Но я раскаиваться не буду. А теперь начнем. Путь к тайнам, хранилище душ смертных, комната портретов. Хранитель просит тебя открыться. Путь к тайнам, хранилище душ смертных, комната портретов. Искуситель просит тебя открыться. О, удивительно. Только посмотри. Сколько же здесь портретов? Многие миллионы. Это портреты всех смертных. И с каждым днем их количество увеличивается, правильно? Да. У каждого смертного здесь есть портрет. Каждый портрет показывает свободу выбора между ангелами и демонами. Смотри, портрет Эндрю. По-моему, у него вполне демонское выражение лица. Ты врешь, у него точно ангельское выражение лица. О, смотри сюда. Вот портрет Дженнифер. А вот портрет Эдварда. Вот это здорово. Я вижу портреты Мэтью и близнецов. У всех этих смертных были свои ангелы и демоны. Я была бы рада быть их ангелом.
но я даже не знаю, где искать портреты моих родителей. Никогда не найдешь. Рейна? Раф. Что ты здесь делаешь? Я с удовольствием отвечу на твой вопрос. Ты никогда не найдешь здесь своих родителей, потому что здесь сотни миллионов портретов. Но это ты мне сказала прийти сюда. Ты сказала, что я их сразу узнаю. Ты просто маленькая наивная девчонка. Я тебя использовала. Одна я бы никогда не смогла войти в эту комнату. Но благодаря вам обоим я здесь. Вы сделали все самое сложное. Я даже не знаю, как вас благодарить. Чего ты от нас хочешь? В этих портретах заключены души всех смертных. У них есть свобода. Свобода выбора между добром и злом, красотой и уродством, правдой и ложью. И пока портреты здесь, их свобода в безопасности. Но скоро они станут моими. И я буду контролировать всех смертных. Всех до одного. Но зачем тебе смертные? Зачем тебе их свобода? Вы правда не понимаете? Я вас переоценила. Объясни. Все просто. Много лет назад ангелы и демоны незаслуженно приговорили меня к вечному заточению. Но твоя проблема с ангелами и демонами. Зачем ввязывать сюда смертных? Ангелы и демоны существуют только для того, чтобы помогать смертным выбирать между добром и злом, красотой и уродством, правдой и ложью. Но когда смертные окажутся под моим контролем, им будет нечего выбирать. Я сама буду все решать за них. Таким образом, необходимость в ангелах и демонах отпадет. Теперь вы все понимаете. Понимаете меня? Ты отсюда не заберешь ни одного портрета. Мы этого не допустим. Сульфус, позови на помощь профессоров. Позови! Я запрещаю вам покидать эту комнату. Это какое-то силовое поле. Посмотрим, хватит ли ему силы меня удержать. Великие крылья! Вот так! Неужели вы думаете, что вам что-то поможет, а? Ее силовое поле прочно. Но может ли оно выдержать жар? Огненные крылья! Глупый ребенок. Ха, твоему огоньку не сравнится с силой черной сферы. Если мы не можем победить ее нашими силами, я попробую силу мыслей. Крылья мысли! Если мне удастся преодолеть силовое поле, я смогу попросить Ури позвать кого-то на помощь. Раф, все нормально? Да-да, все нормально. Но я не могу ее одолеть. Даже сила мысли не поможет тебе против моей черной сферы. Проклятая ведьма. Большие крылья! Теперь я тебе покажу. Нельзя поднимать руку на женщину. Тебе лучше драться с Малаки. Осторожно, Сульфус! Теперь только ты и я. Попался. Сульфус! Я еще не закончил. Что ты еще сможешь сделать?
Как насчет небольшого представления? Да! Малаке, не разочаровывай меня! Ни за что, миледи! Не думай, что ты сможешь меня победить! Это невозможно! Ты слишком много разговариваешь, мальчишка! Сульпус! Быстрые крылья! Давай, поймай меня, уродливое чудовище! Смотри! Это тебе! Вот так! И так! И так! Неужели я должна все делать сама? Спасибо, раб! Я призываю силу черной сферы! Вам двоим не удастся испортить мои планы! Прекрасно! Итак, начнем. Прямо сейчас? Нам придется много сделать. Нельзя терять ни минуты. Начинай снимать портреты. А как мы их отсюда вывезем? Я советую тебе закрыть рот и начать выполнять мои приказания. Я все продумала. Еще кое-что, миледи. Если мы снимем портреты со стен, нас не сможет накрыть кощунственной волной. С чего ты взял, что это возможно, Малаке? Я не знаю, как это объяснить, миледи. Просто у меня такое чувство. Ну, понимаете? Не беспокойся об этом, Малаке. С нами сила черной сферы. Да, миледи, вы правы. Вперед. А, Рейна, моя госпожа! Yeah!